Здравствуйте. Вот сегодня мы добрались до самого сокровенного. Вагонки из ангарской сосны в сорте Прима. Она сейчас поступает на наш склад. Я хотел бы вскрыть пачку и показать вам качество этого сорта древесины. Обычно ангарская сосна в сорте Прима мало чем отличается от экстровой вагонки. Ну, отличие примерно в следующем. На экстре даже вот таких вот маленьких пороков не будет. Сучков на Приме практически нет. То есть вот здесь такое маленькое-маленькое напоминание о сучке. Вот попадаются полностью экстровые доски. Вот вторая экстровая доска. Здесь, на этой доске, вот такие вот маленькие напоминания о том, что когда-то был сучок. Далее, снова экстровая доска. В Приму попала, видимо, вот из-за этого маленького-маленького смоляного карманчика. Снова экстровая доска, очень красивая, с яркой выраженной текстурой. Вот эту возьмем, да, здесь тоже напоминание о сучке очень маленькое, как и здесь. Вот так выглядит Прима из ангарской сосны. Очень красивый материал. На самом деле, не хуже экстровой вагонки. Вот мы вскрыли пачку, ну, несколько досок попалось вообще экстра. И так будет в каждой упаковке. То есть, по сути, если монтировать Приму на стену, то, наверное, на квадрата 3 попадется где-нибудь один маленький-маленький сучок. Если это делать с покраской, то этого вообще видно не будет. То есть, доска будет вся идеальная.